Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас тесты. Это, значит, тройной тест Benchmark AnTuTu, Xiaomi Mi 10T, Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Redmi 10. Так что сейчас они покажут результаты. Поехали! Вот такие вот результаты, можно посмотреть поподробнее, если кого интересует, вот здесь вот. И, соответственно, вот так все выглядит. Вот такие вот результаты. Вот. Так что, если кого-то интересует, пожалуйста, ставьте на паузу, смотрите. И самое удивительное, это максимальная температура. Смотрите, значит, Mi 10T разогрелся максимум до 42,5 градусов, Redmi Note 8 Pro до 39, он самый холодный, и 39,8, почти 40 градусов, да нет, все-таки самый Redmi 10 самый холодный, 39 градусов максимум. Вот такие вот результаты, всем пока, до свидания.